Мир вам и милость Аллаха, уважаемые присутствующие братья и сестры. Тема конференции очень интересная. О мусульмане, будьте мусульманами, так ведь? И это сильно связано с моей темой. Также это подтверждается аятом Корана, где Всевышний Аллах говорит: «О вы те, которые уверовали, уверуйте». Возникает вопрос, как уверовавшая группа людей может уверовать? Ибн Кафир говорит: «Добиться того, что уже имеешь, такое невозможно. То есть вы или верующий, или же неверующий. Так как же вы, о, вы уверовавшие, уверуйте?» Что это означает? Мы знаем, что мой иман, ваш иман становится шатким, слабым, когда мы устаем или нас постигает бедствие. Наша вера становится шаткой. А теперь обратим внимание на иман героев ислама, сподвижники, праведные предшественники. Абу Дахда был сподвижником, который был очень близок к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Так, во времена пророка, алейхиссаляту вассалям, по соседству с мусульманами, жили лицемеры. У этих лицемеров имелись возвышающиеся финиковые пальмы, верхняя часть которых оказывалась на территории садов мусульман. Когда финики поспевали и падали вниз, а дети мусульман подбирали эти финики и ели их. А что же делали лицемеры? Они засовывали свой палец в рот этих детей и вытаскивали оттуда эти финики. Мусульмане пожаловались пророку, саллиллаху алейхи вассалям, на такие действия, и пророк, алейхиссаляту вассалям, назвал тех лицемерами. Тогда и лицемеры пришли к пророку, алейхиссаляту вассалям, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал этим лицемерам: «Продайте мне этот финик, и я обещаю вам финик в раю». Лицемер отказался. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, снова сказал: «Продай мне финик, и я обещаю тебе финик в раю». Он снова отказался и пошел своей дорогой. А там среди сподвижников сидел Абу Дахда. И тогда Абу Дахда сказал: «О посланник Аллаха, если я приобрету этот финик, то приобрету ли я место в раю? Приобрету ли я также финик в раю?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Да. Если ты принесешь мне этот финик, то у тебя будет финик в раю». Абу Дахда знал, что если один раз попробовать райский финик и попасть в рай, то его больше не выведут оттуда. Тогда Абу Дахда пошел к тому лицемеру, и он сказал лицемеру, который притворился, что он мусульманин. Так вот он сказал: «Продай мне финик». Лицемер же в ответ ему сказал: «Меня просил пророк, и я не продал ему. Ты думаешь, я продам его тебе?» Абу Дахда снова сказал. А лицемер спросил в ответ: «А что ты готов мне предложить?» У Абу Дахды было 60 садов. 60 садов в Медине. И он сказал: «Я отдам тебе все свои 60 садов в Медине за один финик». Лицемер сказал: «Ты что, издеваешься надо мной? Ты собираешься отдать мне 60 финиковых садов за один финик?» Абу Дахда сказал: «Да». Лицемер спросил: «А ты не передумаешь с этой сделкой?» Он сказал: «Нет». И Абу Дахда купил у этого лицемера один финик, отдав за него 60 садов. А по некоторой версии 600 финиковых садов. Когда же он принес пророку, саллиллаху алейхи вассалям, этот финик, он очень обрадовался. А Всевышний в это время ниспослал пророку, алейхиссаляту вассалям, откровение по этому поводу. Когда Абу Дахда пришел туда, где находился пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «О, Абу Дахда, когда ты уходил, я обещал тебе один финик. Но клянусь Аллахом, твое место в раю заполнено финиками. Твое место в раю полно фиников. А все почему? Потому что это его иман». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обещал ему финик в раю, и он поверил в это. Вот это и есть, когда Аллах, субхана ва тааля, говорит: «О вы те, которые уверовали, уверуйте! Уверуйте! Ваш иман станет крепким, как у Абу Бакра, как у Абу Дарды, как у Умара ибн Хаттаба. Будьте как эти люди. Это и означает: о вы те, которые уверовали, станьте истинно уверовавшими.
Будьте истинно уверовавшими. И знаете, когда многие из нас слышат эти истории о сподвижниках и о героях ислама, о чем мы задумываемся? 5 минут поболтаем, и на этом все заканчивается. Это не стимулирует нас, это не вдохновляет нас. Смысл всех этих историй и того, что Всевышний напоминает о них в Коране, хадисах и в преданиях от сподвижников, это все является источником вдохновения. Они стимулируют нас. Из-за того, что многие из нас живут на славе своего прошлого, им кажется, как будто кто-то другой явится и исправит положение. Как будто Умар ибн Хаттаб придет и исправит положение. Как будто Хадиджа придет и поможет общине своим имуществом. Как будто Абу Зар придет и пожертвует себя ради общины. Как будто Халид бин Валид явится и будет помогать угнетенным. А это именно то, во что многие из нас верят. А реальность такова, что когда мы слышим о героях ислама, они должны быть источником вдохновения для меня и для вас. Для меня и для вас они должны мотивировать нас, потому что мы живем во времена смуты. И во времена этой смуты нам нужны люди для вдохновения. Когда Али, да будет доволен им Аллах, сделал свою первую проповедь, что он сказал? И это было удивительное время, потому что это было время большой фитны и сложностей. После смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не было большей фитны, чем убийство Усмана, да будет доволен им Аллах. И Али, да будет доволен им Аллах, был назначен халифом. И что он сделал? Что он сказал? В своей первой проповеди, это все, что он сказал. Он зашел на минбар и сказал: «О верующие, вы нуждаетесь в человеке действий, а не в том, кто только говорит. Потому что если революции и перемены приходят через разговоры, вы и я делаем революции каждый час. Потому что я и вы очень хорошо умеем говорить. Но помощь Аллаха не приходит через разговоры. Она приходит через действия отдельных лиц. Если вы хотите милости Аллаха, если вы хотите помощи Аллаха, то вы должны действовать. Вы должны действовать, потому что это причина, по которой приходит помощь Аллаха, субхана ва та'аля. И Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «О люди, вы нуждаетесь в человеке действий, не в людях, которые просто говорят, не в людях, которые просто поговорят. Если вы хотите милости Аллаха, если вы хотите помощи Аллаха, мы должны превращать наши разговоры в действия». Вы знаете, как часто вы слышите, что мусульмане жалуются: «Ах, почему это не приходит помощь Аллаха?» Как часто вы слышите, как они плачут? Но как много мы делаем? Разве эта ума выплатила свой закат, и Аллах оставил ее без помощи? Разве эта ума выполнила молитву, как она должна быть выполнена, и Аллах оставил нас без помощи? Разве эта ума сделала пророка, саллиллаху алейхи вассалям, своим примером, и Аллах оставил ее без помощи? Разве эта ума сделала таких людей, как Абу Бакр, Умар, Хадиджа и Фатима, да будет доволен всеми ими Аллах, своим примером, и Аллах оставил ее без помощи? Разве эта ума беспокоилась за пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Разве она заботится об остальном человечестве? И после этого Аллах оставил ее без помощи? Или у нас искаженное понимание, что так или иначе Аллах обязан нам помогать? Как будто он обязан. Наузу биллях. Мы Аллах, и Аллах наш раб? Поймите, вы рабы, а Аллах вечный. Вы должны выполнять условия, а затем помощь Аллаха не спосылается. Вот когда помощь Аллаха не спосылается. Вот когда помощь Аллаха не спосылается. А не то, когда вы ничего не делаете, и вы продолжаете жить бесчувственно. Мирская жизнь — ваша цель. Вы ничего не узнаете о своей религии, и Аллах обязан вам помогать? Аллах — Господь, Аллах — Творец, Аллах — Хозяин. Аллах не обязан никому помогать. И ваше количество не имеет никакого значения. Вас может быть 1 миллиард 600 миллионов, 1 миллиард 200 миллионов. Это не делает никакой разницы. Ваша власть, ваше богатство не имеет никакого значения. Перед Аллахом имеет значение ваше качество, а не количество и ваше состояние. И именно поэтому Аллах говорит: смысл: сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха. Почему? С помощью Аллаха, субхана ва та'аля. С помощью Аллаха, субхана ва та'аля. Во времена Халида ибн Валида, да будет доволен Аллах, в битве Ярмук, это был решающий бой. После этого дня христиане не ступали на арабский полуостров. Мусульман было 41 тысячи,
а римлян приблизительно 140 тысяч. Халид бин Валид проверял свои ряды. Он проверял своих людей и проходил мимо молодого солдата, который смотрел на римских солдат и их армию, и дивился их числу и оружию, и он сказал: «Как много христиан и как мало мусульман!» А Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не говори так! Скажи, как много мусульман и как мало римлян и христиан!» Потому что слаб тот, кто был оставлен Аллахом, субхана ва та'аля. Потому что слаб тот, кто был оставлен Аллахом, субхана ва та'аля. Если вы потеряете Аллаха, вы потеряете все. Вы потеряете все. Если вы постигнете Аллаха, у вас будет все. После битвы с муртадами, вероотступниками, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал Халиду бин Валиду: «А теперь сверхдержавы того времени, сверхдержава персов ждет». И он сказал: «Иди и разберись с ними, но позволь твоим людям, тем, кто хочет идти домой, уйти, потому что они провели много сражений». И Халид бин Валид, да будет доволен им Аллах, заявил, что он имеет 13 тысяч мужчин, и из 13 тысяч мужчин 11 тысяч решили уйти. Он и всего лишь 2 тысячи человек, и осталось всего 2 тысячи человек, и он собрался встретиться с державой персов. И он написал письмо Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и сказал: «О правитель правоверных, у меня осталось только 2 тысячи человек». И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, выслал подкрепление. И сколько мужчин? Он отправил подкрепление в виде одного человека, Кака ибн Амра, взамен 11 тысяч мужчин. И сподвижники сказали: «О, Абу Бакр, что ты делаешь? Что ты делаешь? 11 тысяч мужчин ты заменил одним человеком?» Он сказал: «Да». Потому что те ряды, в которых есть подобные Кака ибн Амр, никогда не будут оставлены Аллахом, субхана ва та'аля. Потому что это были люди твердости, и клянусь Аллахом, этих людей никогда не оставит Аллах. Вы никогда не имели понятия Гуантанамо, Белмеш. Вы никогда не были унижены. Во времена Умара ибн Абдул-Азиза, да будет доволен им Аллах, один мусульманский заключенный был унижен в византийских землях. И весть дошла до Умара ибн Абдул-Азиза, и Умар ибн Абдул-Азиз, да будет доволен им Аллах, обратился с письмом к правителю: «Прежде чем ты положишь это письмо, освободи мусульманского заключенного, ибо клянусь Аллахом, я пошлю армию, которая будет начинаться тут, где я, и заканчиваться там, где ты». Никогда не было такого, воистину, никогда не было такого, как то, что происходит в Израиле и Палестине. Во время Мутасима одну мусульманскую женщину ударили в Византии, и она закричала: «О, Мухтасим!» И римляне начали смеяться. Они сказали: «Почему ты зовешь Мухтасима? Он за тысячи миль, и ты думаешь, что он соберется прыгнуть на свою черно-белую лошадь и придет спасать тебя?» Эта весть дошла до Мухтасима. Новость дошла до Мухтасима, и Мухтасим послал целую армию ради одной мусульманки. И он сказал каждому из них: «Пусть каждый из вас поднимется и заберется на черно-белую лошадь, когда будет идти». И вы посмотрите, как Аллах, субхана ва та'аля, поворачивает столы. Валлахи, когда похищают одного израильского солдата, который по международному праву поддерживает незаконную оккупацию, израильтяне следуют сунне Мухтасима, и они посылают целую армию. Они посылают целую армию. Но разница между их армией и армией Мухтасима является в том, что армия Мухтасима не терроризировала женщин и детей. Они не уничтожали электростанции. Они не терроризировали невинных женщин и детей. И это правда. Почему? Потому что, посмотрите, это деяния, одобряемые Аллахом. Люди, которых одобряет Аллах, и пока вы будете пребывать в довольстве Аллаха, вы будете плодотворными, вы будете творящими добро. Но когда вы окажетесь на весах Аллаха, у вас не будет веса перед Аллахом. У вас может быть 1 миллиард 600 миллионов. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «У вас будет тяжелое положение на весах». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «В прошлую ночь я увидел сон. И увидел в этом сне Абу Бакра в ожидании. Также вся остальная община была в ожидании. И Абу Бакр был тяжелее, чем вся община. Затем я увидел Умара ибн Хаттаба в ожидании. И снова всю остальную общину. Так вот, Умар ибн Хаттаб был тяжелее, чем вся остальная община.
В другой версии пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы будете как замороженные». Нет, даже не так. Замороженные — это слишком хорошо для вас. «Вы будете как ветки и мусор в мороз». Сподвижники спросили: «Нас будет малое количество?» Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Вас будет несметное количество. Возможно, вас будет более миллиарда или больше. Но вы будете как отбросы земли и в очень тяжелом и ужасном положении». Почему? Почему же так, что один только Абу Бакр и Умар ибн Хаттаб тяжелее, чем вся остальная община? А вся остальная община количеством более миллиарда, легкая как иней. Почему? Потому что их заботой являлась загробная жизнь. Их заботой было заслужить довольство Аллаха. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит: «Кто бы не избрал своей заботой ахира, Аллах решит все остальные его заботы, все его проблемы. И кто бы не избрал своей заботой мирскую жизнь», затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах не будет смотреть на него». И поэтому мы, люди, мы община, нас вдохновляют раем, нас вдохновляют довольством Аллаха. Именно поэтому мы должны быть активными людьми, мы всегда должны стремиться к самому высшему. Только лишь к высшему. Второстепенное недостаточно для этой общины. Да, это так. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил сподвижников просить о рае, что он говорил? Он не сказал просить просто рай. Он сказал: когда вы просите о рае, о каком рае надо просить? Просите о рае Фирдаус, самую высшую степень. Когда вы произносите мольбы, мольбы из Корана, когда Аллах говорит: «Вы просите: «О Аллах, сделай наших супруг и наших детей прохладой наших глаз и сделай нас имамуль муттакин». Вы просите, чтобы вас сделали имамом муттакин, потому что уверовавшие всегда стремятся к самому высшему. Вы всегда вдохновлены на самое высшее. А проблема заключается в том, что в любой ситуации мы ждем, что кто-то другой решит сложившуюся ситуацию, что кто-то другой окажет помощь и поддержит. Мечеть находится в состоянии полной дисфункции. И это, видите ли, не наша обязанность, а чья-то обязанность. Люди отдают свою жизнь в исламском мире, и даже не в исламском. Это не аргумент, что это чья-то обязанность. Умар ибн Хаттаб не придет сегодня. Абу Бакр, да будет доволен Аллах, не придет сегодня. Айша и Хадиджа тоже не придут. И сегодня, если есть герои, то этими героями ислама должны быть именно вы. Вы обязаны изучать свою религию. Вы обязаны изучать свою религию. А затем вы должны воплощать эти знания в действие. Проблема в том, что мы не действуем. Мы все время болтаем. Как часто мы видим братьев, которые болтают часами об упадке исламской общины. Иди на утреннюю молитву, а он не может встать рано утром. Вы не можете проснуться на утреннюю молитву, не можете изменить себя, а при этом говорите об изменении мира? Иногда слышишь, как люди говорят, что помощь от Аллаха не исходит. Я скажу вам почему. Это из-за моих и ваших действий. Это мои и ваши действия. Потому что мы должны быть примерными людьми. Люди должны видеть наш нрав. Как часто вы встречаете людей, у которых благой нрав? Люди перестали работать над собой. И теперь уже не хотят ни с кем даже здороваться. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Никто из вас не войдет в рай, пока не уверует. И никто из вас не будет уверовавшим, пока не полюбит своего брата-мусульманина». Сказать ли вам, что увеличивает эту любовь? Давайте друг другу салям. Любите своего брата-мусульманина. Мы всегда видим лишь недостатки, разделяющие нас. Маленькие недостатки. Мы всегда находим такие вещи. Типа, ты приехал с Африки, ты приехал с Ближнего Востока, мы с другого континента. Если и этого недостаточно, ты с Бангладеша, а я с Пакистана. И этого недостаточно для нас, чтобы сблизиться. Ты приехал из Сархада, я приехал из Карачи. Когда и этого недостаточно, говорят: ты принадлежишь этой семье, я выходец из этого рода, третий еще откуда-то. Люди всегда находят то, что может разделять нас. Мы приехали из Сомали, я приехал из Пакистана, он приехал из Гуджарата. Мы всегда находим вещи, разделяющие нас. Но почему бы нам не говорить о вещах, которые могут объединить нас? А что же это? Это «Ля Иляха Илляллах». Это и есть, что объединяет нас. И поэтому, мои дорогие братья и сестры,
Я очень серьезно говорю, мы должны быть людьми действия. Мы должны способствовать улучшению нашего общества. Мы должны привносить позитив в наше общество. Мы община, чьим первым откровением было слово «читай». Но вы только взгляните, как безграмотна сегодня молодежь. Какие невежественные эти молодые люди. Как вы вообще можете говорить о помощи Аллаха? Как же вы хотите, чтобы у вас была дома благодать, баракат в вашем доме? И как вы еще ожидаете, что снизойдет помощь от Аллаха? Поэтому я хочу сказать одно. И это то, что прежде всего, мы должны просто перестать вести бесполезные разговоры среди самих же. Мы ведь постоянно наблюдаем, как часто люди говорят об объединении. Они говорят, мы должны объединиться. Знаете, часто подобные заявления бывают просто гениальными. Каждый думает, что все должны объединиться согласно именно его словам. Именно это и считается объединением. То есть пока вы подтверждаете то, во что верю якобы я, то это и получается объединение. Но мы знаем, что у людей всегда бывают разные взгляды и мнения. Но мы знаем, что у людей всегда бывают разные взгляды и мнения. Мнение Абу Бакра отличалось от Умара ибн Хаттаба. Если бы Абу Бакр и Умар спорили по каждому вопросу, ислам не пошел бы дальше Медины. Да, у них у каждого был свой подход, но в целом подход был в рамках Ахлю Сунны валь Джамаа. И ученые дали определение тому, что такое Ахлю Сунна валь Джамаа. Пока разногласия будут внутри Ахлю Сунна валь Джамаа, все будет продолжаться. Потому что другие силы пытаются разделить нас, и мы на самом деле попадаем на эти капканы. Раньше говорили, ты суннит, я шиит, третий тот, десятый еще кто-то. Очень множество разделений существовало, но это уже вроде прошло, не так ли? Теперь уже другие пытаются разделять нас. Они дают вам названия, типа ты умеренный мусульманин, ты левый мусульманин, ты консервативный мусульманин, принадлежащий к правому крылу. Люди вешают на вас эти различные ярлыки. И знаете, мы принимаем эти ярлыки. Да, мы принимаем их, чтобы определять и отстаивать свою нерелигиозную склонность. И когда мы видим очень религиозного брата, молящегося 5 раз в день, с благонравным характером и нравом, и зная, что мы не можем быть таким, что же мы делаем? Мы хотим чувствовать себя хорошо и ищем отговорки, говоря, «Да знаешь, брат, ему должно быть тяжко приходиться в жизни». И все это потому, что мы хотим лишь облегчения для себя. Когда одна из сестер носит хиджаб, а при этом другие сестры, которые не хотят поступать таким образом, но хотят при этом не испытывать чувства стыда, говорят, «О, она такая слишком строгая, разве не так?» Она совсем не общается с мужчинами. Это потому, что такие сестры хотят лишь оправдать свою нерелигиозную позицию. Позвольте мне привести вам пример, возможно, реальный пример. Вы все наверняка знаете, что на сегодняшний день первая красавица Англии, как известно, мусульманка. Но во всяком случае, она объявила о себе как о мусульманке. Хорошо. Вы ведь никогда ранее не слышали, что первая красавица Англии – христианка, католичка, протестантка, индуистка или иудейка. Но как только ею стала мусульманка, ну знаете, в данных условиях, если бы она красовалась на задней части автобуса, они бы посмотрели именно на нее, и то с тем, чтобы выявить и прикрыть. И вот она оказывается на политическом шоу, где говорили об исламе и терроризме. Пока начну говорить об этом, скажу, что Мауляна Шейх видел эту красавицу Англии. Мне сказали об этом. Так вот, она на политическом ТВ-шоу, темой которого было «Ислам и терроризм». Она была знакома с некоторыми из тех, кто принимал участие в конкурсе. В общем, там она встретила красавицу Ливана. И знаете, красавица Ливана спрашивает у красавицы Англии, «Почему ты не носишь бикини, а носишь специальный купальный костюм?» Тогда мисс Англия сказала, «Я ношу купальный костюм, потому что я мусульманка». А красавица из Ливана в своем бикини говорит, «Ну я ведь тоже мусульманка». Вы понимаете смысл этой истории? Здесь дело не в красавицах Англии и Ливана. На фоне красавицы Ливана, красавица из Англии, не носящая бикини, а надевающая купальный костюм, получается, видите ли, слишком консервативной. А те сестры, которые уже носят хиджаб на фоне красавицы из Англии, выглядят уже совсем ортодоксальными во взглядах. Потому что все зависит от того,
где вы стоите. И Аллах определил эту общину как серединная община. Вот такими мы и являемся. Мы умеренная община. А что означает эта умеренность, известна лишь Аллаху и Его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, и никому больше? Это не то, что чувствуете вы, а то, что определено Аллахом и Его посланником, саллиллаху алейхи вассалям. И то, как ислам понимался на протяжении последних 14 столетий, потому что правда в том, что если сподвижники не понимали ислам, предшественники не смогли понять ислам на протяжении 1400 лет, то вы, ребята, здесь, в лондонской мечети, тем более не сможете понять ислам. Это просто. Вы не сможете понять ислам. И поэтому, мои дорогие братья и сестры, мы должны быть тяжелыми на весах Аллаха. Мы должны быть людьми действий. Предание от муслима в его сборнике, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «В судный день явится человек, он будет огромным и полным человеком с большим весом». Он будет огромным. Большой человек. Но знаете, сколько он будет весить на весах Аллаха? Он будет огромным, но на весах Аллаха, он будет легче, чем крылышко комара. Почему? Потому что нет в нем блага, нет в нем благого. Потому что он не думал о людях, он не задумывался об ответственности перед Аллахом. Именно такие люди и будут иметь вес. На самом деле, вы можете не иметь высоких положений в мирской жизни. Возможно, вы не можете иметь шикарную машину. Возможно, вы не живете в роскошном районе. Но важно ведь не это, а ваше состояние перед Аллахом, ваша покорность по велениям Аллаха. Именно это определяет ваше состояние. Просто удивительно, как мусульмане подлизываются людям, у которых есть машины. Ребята, у которых есть новые Q7, имеют очень много друзей. Я имею в виду, что говорить об этих друзьях? Что о них говорить? Вы впечатлены тем, что он купил кусок металла? Вы подлизываетесь ему из-за того, что он купил кусок металла? Вы уважаете людей, основываясь тем, где они живут? Неужели пару кирпичей являются для мусульман основой проявления уважения? А были ведь времена. Какого размера был дом пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Размер дома пророка, алейхиссаляту вассалям, был таким. 4 метра на 5 метров. И это был полный размер дома пророка, алейхиссаляту вассалям. А разве был дом в истории человечества более благодатный, чем дом пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Какого размера была мечеть пророка, алейхиссаляту вассалям? Вы можете сравнить его с нынешней огромной мечетью на востоке Лондона. Размер мечети пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был 30 метров на 35 метров. Только после битвы при Хайбаре она была увеличена слегка, совсем слегка. В ней не было орнаментального ковра, потолков, ужасно возвышающихся над головами молящихся, и стен, сделанных из необожженной глины. Но мужчины и женщины, которые вышли из этой мечети, были победителями. Были победителями. И до 8-го года по хиджре в мечети пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не было даже фонаря, пока Тамим Аль-Дари не купил лампы в 8 веке по хиджре, после чего из маленькой темной мечети начал исходить свет, погасивший мрак неверия половины этого мира. Половины мира. Потому что это было местом первоосновы. Вы уважаете людей из-за одежды, которую они носят, и вправду. Невероятно. Я просто... Знаете, это многое говорит о нас с вами. Какого состояния упадничества мы достигли, что стали уважать людей из-за одежду, которую они носят? Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир, знаете ли вы, какую одежду он оставил здесь? Он оставил 11 кусочков материи, а ведь он являлся лучшим творением Аллаха. Когда Абу Бакр покинул этот мир, он оставил после себя 14 кусков материи. Когда Умар ибн Абдул-Азиз покинул этот свет, кем был Умар ибн Абдул-Азиз? Умар ибн Абдул-Азиз был тем человеком, при правлении которого его халифат распространился из Китая до Испании, из Кавказа до самой глубины Африки. Так вот, когда он умирал, некто пришел и сказал его жене: «Смени ему одежду». «Посмотрите, разве вы не видите, что одежда на нем уже грязная?» Она молчала. «Смените ему одежду, она же грязная». Она же продолжала молчать. И когда тот человек гневно сказал об этом уже в третий раз: «Он же умирает, почему вы не меняете ему одежду?»
Тогда она сказала: «Клянусь Аллахом, потому что это единственная одежда, которая имеется у него. Это единственная одежда, что есть у него». Я скоро завершу проповедь, не задержу вас долго. Но такова была его степень перед Аллахом. Да сделает нас Аллах тяжелыми на его весах. Да сохранит Аллах наше единство в этой жизни. И да объединит нас Аллах в Джаннатуль Фирдаус. Аминь.